Поэтому надо играть. Надо, я помню. Ну все, 0% потерь. Вот, только я слева стою в хардейс еще. Нет, ты... Сексуально играть. Ага. Мужик. Я мне мешаю? Не, ментальная связь. Сексуальная — это он с тобой будет, Вань, вот это. Да, все, идите. Не, подожди. Сексуальная связь у них, дебилы, блядь. Ну, типа, сиси, пись. Ага. Бля, я кьюшку нажми, пиздани его. Что ты делаешь, блядь, кьюшку, я не знаю. Сиси, пись, я понял. А кто будет использовать это? Кто одно, кто второе? Лео, ну кьюшечку надо нажать все-таки. Нажми Q прямо сейчас. Нет, или ты сосал? Если хан, то ты типа должен нажимать кьюшечку. У меня не вся команда рядом. Он, наверное, не умеет. Он не понимает, типа, что надо нажимать, что она делает. Может, залипло? Не, он, скорее всего, не знает, что она делает просто. Ну, я, кстати, тоже иногда думаю об этом, что я не знаю, что можно делать. Во всех играх. Оно и видно. Как-то легко. Нет, ты Q нажмешь, чел. Чел, ты... Нажми Q, или я с тобой никогда больше в жизни играть не буду ни во что, блядь. Они нажимают. Смотри, как, блядь. Пришел с водичкой поглядеть, охотить и приедал. Лео, это была лучшая возможность сегодня. Мало, с тобой просто никогда ни во что не буду играть. Бля, это было... Сейчас даже ничего делать не надо. Всегда знал, что мы не на нашей волне. Мол, неправильно. Хватит печатать, ты меня бесишь, блядь. Урод. Я вам говорю, что я красивый. Тебе врут. Так, я сейчас вам покажу магию. Меня просто сейчас слышно, что они на 91%. Мало, как тебе герой? А ну, подожди, еще посмотрим. Бля, мне кот напоминает. Эрматру? Он мне напоминает. А, ебать, он так выглядит? Лицо у него... Ты видел? Как? Лицо у него похоже на этот... на новый скин на Вейда. А чё это? А как? Это вот не Мизита его форма, я так понимаю. Вот это здоровая, блядь. А что он делает? Сосёт. Короче, чисто для тебя, герой. Я ебал, я. Чё, я захожу туда? Угу. Лё, это правда, что ты сосал? Мне мало только что написал. Чё? Не знаю, мало написал, что ты сосал. Мало, это правда? Или Ваня опять пиздит? Не, Ваня. Ты хочешь сказать, что Ваня пиздобол? Вот Ваня хоть раз пиздел как раз в жизни. Да. Когда? Когда пиздобол, получается. Кто бы говорил, нахуй? Да, говорит, блядь. Король пизданов, блядь, говорит, да. Ваня пиздел. Я тебя в рот ебал, блядь. Гнида. Опять пиздишь же. Нет. У меня есть видео. Давай. Ты реально скинуть? Давай. Ты не смути, да, что малый увидит? Да, давай. Хорошо, блядь. Давай. Так, в доту зайти. Дота 2. А дота ж одна, зачем? Ты что такое? Блядь. Блять. Ладно, дайте ответку, блять. О, у меня такая штучка была.
У меня такая же штучка, я с такой же штучкой игрался, они все перья поудергивали, а потом еще Лукас палочку сломал, блядь. В итоге у меня там два пера торчит и пол палки. Лукас. Табел Лука. Пик. Чё? Ты кто умер только что? Че, мы втроем идем тут играть на туре, так скучно втроем. Так, сейчас я покажу. Можем малого кикнуть, будем вдвоем. Будет ли. Я стартанул. Или это, или холодожопу вот эту. Или нет. Бля, вот. Бля, вот это. Какая охуенная чайка, блядь. Просто, блядь. А, я помню эту чайку. А я видел еще это котик. Котик зашел в Вискас, взял такой пакетик и пошел. А потом продавщица из него побежала такая, а он убежал. Потому что Молли не удалось принять завершить матч. Ой, боже мой. Что, запустили? Да. А почему вы сначала не нажали, типа, готов, а потом... Это Ваня нажимал. Еще чего? А что мне еще тебе сделать? Вот я знал, что у нас людей, в принципе, умных мало. Что мне еще тебе сделать? Так, тихо, у меня сейчас падает очень жесткий сайтик. На Баланара. Падает. О, на скал. Ты можешь сделать так, чтобы ты мог принять игру? Я мог принять игру, просто я... Так, все, я звоню Олегу, блядь. Нет, только не Олегу. Он полчаса назад был в сети, у него, наверное, есть что-то там. Не, у меня света нет. А почему у тебя есть? Это правда. А почему у тебя есть? У меня не должен быть свет уже. Ну что, у Олега нет? Несправедливо, давайте поменяйтесь. Пусть ты иди к нему домой, а он пусть тебе придет. У меня не было света 40 ебаных часов. Ого. А у Олега был свет. 40 ебаных часов. Поэтому пусть я покайфую немножко. Ну что ты... А Олег что? А Олег пусть поспит. Он уже старый. Ты ж покайфовал? Все, ты покайфовал. Пропускаторов ноль. Я не понимаю, почему вот почему просто херак и с нихера просто 50% потерь, 60. Херак и с нихера. Заткнись. Все, я нажимаю поиск. Малый готов. Нажал готовность. Ой, а мне. О, я готов. А, сейчас, подожди, я не готов. Сейчас приду. Не, ну подожди, ты нажал. Ой. Готов. Он нажал готов, я нажимаю готов. Поехали.
он съебался, сука, он не мог съебаться вот эти две минуты, которые мы ждали. Так, я тут. Я тебя так ненавижу. А, я тебя тоже. Погнали. Малый. Малый. Ау-ау-ау. Малый. Ты готов? Да, я готов. Малый. Что, что, что? Ты готов? О, принять. Блин, все быстро, классно, так организовано. Так, ми бабань. Ми бабань. О. Но рандомить. Я в центре. Рандеву со смертью. Давай, давай, Лёва. Я тебя буду попасть. Пати-п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 ати
плохо. А на ком обычно? О, а я знаю, что сделаю сейчас. Ты будешь ставить штучку, я буду туда путю-путю. Поехали. Ну, у нас с тобой, ты увидишь, вот то, что у нас с тобой будет намного лучше, вообще, абсолютно. Вы еще пососитесь там. И дети красивее, и вообще, в принципе. Как назовете? Спрашиваю, как деток назовете? Лупа и пупа. Так они, как назовете, так они и полетят, короче. С окна. Хотите, так вам скинуть с котенка? Я не тебя надо. Ненавижу. Я хочу, чтобы ты умер просто. Быстрой смертью. Я недавно видел. А чего? Почему Элдосбек и Дэвид на Западной Европе, блядь, ищут игру? Я не понимаю. Я сейчас зайду, а там Russian Federation, они будут потом мне в конце игры говорить, что, блядь. Ого, 16-2. Бэкап лучше, заряженный. Апеля. Я Клинкс, а я Шмикс. Бля, я, по-моему, на этом битлорде ебаном играл от силы 5 игр максимум, блядь. А от жопы. Я сейчас тебе покажу, Лео, как надо играть. Смотри, мы играем так, что типа я кэрри, или так, что ты кэрри. Но я взял топорик. Все, понял, ебан. Охуенно. Малая, ну тоже принесите топорик. Что за хуйня? Малая, хорош! Я могу уже теть. Я тебя уже могу типать. А что он схавал? Молгус? Да. Дебил, блядь. Опа, блядь, это что такое тут? А там, походу, пуш хукать сейчас будет. Вайпи дручи, я не знаю, где он будет. Сказал, он сверху будет хукать, да. Хукает только сверху. Обычно поджоги только сверху хукают. Показывай, как играют профессиональные вообще четверки. Профессиональные. У меня мейн роль была, кстати. Ага. Съесть манго, да, малый? Это понял, ты что-то. Начало многообещающее. Многообещающее. Многие думают, что, в принципе, вот съесть манго в начале, это по-глухому. Ну, честно, это реально ебаный мух не задачу. Потому что дурак-то тупой просто. Я уже в первую очередь забанил им 50 вод. А, ебать, пуш кэрри, блядь. Пуш сосёт, смотри. А, нет, тут. Смотри, по факту она хочет отводить такой. Она сейчас пытается сделать. Малый, выйди из доты. Он тип хочет меня сейчас хукнуть, но я понимаю это, поэтому жду, что там он мне. Он все равно пытается, я чувствую. Малый, смотри, у тебя два этих. Сначала выйти из доты и заводите баллы. Что из этого ты первый сделаешь? Не, ладно, я типа сразу заводлю баллы, а и выйду из доты. А что дальше? Ну что дальше? Ну и все, ебанничек у тебя будет закрыт или навсегда? Нет, ты конечно прав. Ну какие плюсы в этом? А какие минусы? О, а пуш это скачет на скакалочке. Он? Отходится. Лео, ничего, что с тебя кривляется, ты просто впитываешь это как лох.
можно я послушаю музыку, пожалуйста? Ты пиздишь, мало пиздит. Я умер. А, я вижу, вижу. Хотите узнать, как я умер? Я просто пошел по тавр, сдох. Охуенно, Вань, хорош. Сейчас этот, как там, Элсбек, блять, или как его там нахуй? Я просто пошел сдох под тавр. Я не рофлю. А нахуя? Я нечаянно, блять. Я не знаю, у меня что-то... Вообще у меня... Вообще у меня... Я с ума сошел, сумасшедший, блядь. Видишь? Все, спи, да, мы с тобой уже, в принципе, держим дистанцию. Мы понимаем, что эти пусть никто не покупают. Ну, в принципе, я тоже. Ну все. Мало это, когда члены сосешь, ты как их... Больше пись-пись-пух-пух делаешь, или как... Ладно, Лев, я понимаю, что ты меня не хочешь, реально. Иногда у меня есть понимание. У тебя есть понимание. Кстати, реально, я, кстати, реально не понимаю, да, в какой момент он стал такой бомбон. Я зато хотя бы пись-пись-пук-пук не делаю, блядь. Лев, да. Ты будешь хранить, блядь. Нет, подожди, я, блядь, нихуя не понимаю, что происходит, блядь. Я, блядь, пытаюсь... Анастасия, не понимаешь, что происходит. Как ты, или кто-то? Светлана, сейчас, Светлана. Ты можешь мне объяснить, что у тебя происходит? Я пытаюсь... У тебя что, бомбы там летают или что? Бомбят дома. Я пытаюсь понять, почему Вань такой еблан. А, не, я умер. Я каждый раз пытаюсь понять. Смотри, ты типа... Хорош, малыш! Я только хилку включил, она мне сбила. Почему нажимаете в одну сторону, у меня герой идет в другую, блядь? Когда эту хуйню из доты, блядь, удалят вот эту залупу обрыганную, блядь. Кривую, блядь. Ну, стрелял, я тебя оставил уже, в принципе, на опыте. Вообще тип на опыте, да, я тебя понимаю. Да, видишь, проблем. Имею два скрипов уже на линии. Сколько у нашего этого мидера? Ебало свое заткнись, мой ебаная обрыганная, блядь. Стоп, подъедем, кому не надо. Это ты, подожди, это ты мне? Да. А извиниться? Не, ну типа вообще... А мы не убьем его? Да, давай его убьем. К вам тот вещь доктор идет, если еще три раза сдох, мне лучше. Сука. Да. Давай, давай тоже. У меня нечем. У меня тоже, я убью. Принеси мне пару манго. А хотя я сам сейчас принесу, закажу. Бля, знаете вот эту тему, когда вот ты знаешь, что ты сдохнешь, ты знаешь, как ты сдохнешь, и ты все равно это делаешь. И, блядь, и не хочется жить просто. Ну я знаю, что, типа, что если я не качаю инвиз, подойду к крипу ржавого, он меня убьет. Я все равно не качаю инвиз, а подхожу к ржавому крипу, он меня убивает. Меня это так... Вот это, вот почему я нажимаю сюда, у меня герой бежит наверх. Я не понимаю, блядь. Вот это я не по факту сдох один раз. Остановить, конечно, да. Ебать, пуш охерел, блядь. Разочек. Попешил меня побить, блядь. Подожди, мало. У меня нихуя нет. Стоп. Пару секунд. У меня манго. Манго. Такой же он, что у тебя здесь. А, стой. У меня хотел. Мне там хукнул. Кстати, короче, мы реально можем пизнуть. У меня есть ульта. И типа мы реально можем пизнуть. Она хочет, она дамажит. Отвод сделай. Уровый. А то у нас пиздец. Короче, сделай отвод и сразу и полный ваш. Угу. Ну сразу там, дайте чуть-чуть. Каблин? Да. ВД мог на топ выйти. Это что-то на сильном. Ладно, ВД на топ ушел. Не знаю, ты слышал, они сказали? Да.
Да, ВД пошел на топ, поэтому у нас... Да! Там, тиснула Химана. Сибанки. 13 уровня ВД, серьезно? Угу. У нас. А, Вань, а чё поэтому? Ебало, закрой сразу. Мало, просто ты пошла посмотреть. Да я уже везде, я тоже Мамам привет передавайте. Сейчас одна мама учил. Гокнем лить, гокнем на это на нее. А, хотя бы здесь вот здесь нападает? ФД в боте. Да, давай, погнали. Кусты. А мы прям перед ними сейчас въебалаем, прям принесем. Потому что. А мы что, секунды, блядь? Дай че убью этого хуйсоса. Фандом, кстати, в лесу может фармить. Скорее всего. Фармить пока тоже. Тебе? О. А не хотим в лес по лесу по лесочку пробежать? Нет, почему? Очень жестко. А, бля, чел. А нас уже с Battlefield собрал. Боевчик. Сука, просто иногда жить не хочется, блядь. У вас бывает такое. Ну, БКБ собрать надо было быстро. Чё, мне кажется, поможет. Типа, если есть она очень ранняя? Нет, ну типа да, типа там его купишь. Сейчас давай. Понял. Блять, что, полететь туда что? Ёбаный в рот, блять. Да не, нам тут пизда, это. Слишком много героев. Бля, в касочке. Тут зачистили его, блять. Правил сплит, все, пизда. Да нет, блять, нельзя драться вообще. Вообще нельзя драться, блять. Надо фармить, не драться. Нахуя мы это? Тем более, когда Джиггернаута убили, который ничего не успел прожать. Нахуя мы дальше деремся, блядь? Фантомка там с БФом, с Дизолем, блядь. 13-го левела бегаю, блядь.
Завали пиздак свой. Убьете? Да. Прикольно. Угу. Вам явно что-то не хватило. Непонятно чего, конечно. Ох, ебать там. Да, ебануты, конечно. Да. До острова уровня. Где? Моя дорога освещена. Да, если у вас видать присутствует. Туда идет сюда. Бля, еще раз ты меня заблочишь? А что, собрались драться? ВД вот тут. Вот тут ВД, блядь. Да не понимаю, они слепые долбоебы, дегенеративные, блядь. А, у него шарт еще есть. Он дегенерат ебаный. Ты понимаешь, что я тоже дегенерат ебаный, но, блядь, он вообще кретин слепый. Блять, вода идет. О, Титан Сильвер. Титан Сильвер, да. Блять. Ой, ебать там, конечно, блять. Чего джаггера? Че они боты тут хуярят? Блять, тут забыл. Что здесь?
принципе, у нас есть чем убивать их. Реально, это у нас очень много урона. Ебало, хочу сначала игру переиграть. Помнишь Меранскую игру, когда я на Меране был, а там еще там тоже. Я не знаю, мне просто так что-то впал. Я знаю, как он меня убивает, я знаю, что он. Вот если я сейчас иду к репрожу, он убьет. Я все равно к нему подхожу, потому что я не знаю, как это объяснить, почему. Просто вот, блять, вот так вот. Ты как будто вот прям думаешь, что тип еблан, и так не сделает. Не то, что еблан. Ну, возможно, да. Ну, я не знаю. Я не привык, что ты ебало так много открываешь. Почему я точно не привык? Блять, надо пайпу пособрать на самом деле. Пипу, блять. Надо собрать. Подстанете вот, блять. Его нечем станет, блять. Летит ведь что? А, это ты летишь. Он что, улетит, Лео? Охуенно. А, я реально, типа, чё, куда вы? Вот здесь он, блядь. Как он там? Слушай, что я тут, блядь, я его пытался перегнать, в итоге его прям в портал, блядь. А он здесь! Он здесь, он здесь! Я вижу, Лео. Гример! Не гример, блядь, что там у тебя, блядь, это... А, ну, все, в пизду его, пошли отсюда. Бегут, бегут все герои. Так он не в глиммер ушел, я бы убил, если он в глиммере был. Надо... Чтоб поймал эту залупу. Или там эта залупа не просвечивается. Не понял. Я не в курсе. Я ману регени на базе. А, мы их поймать можем, наверное. Мип-мап. Не, так-то можно подраться. О, подраться бы. А то есть ничего. Да ты купи тоже, Лео. Угу. Тут фантом. И пудж. Странно, что не сбивается. ТП? Это не настоящее же, да? Оцепенение. Да, это не настоящее. То есть, там, блядь. Вот он, там джаггер снял. Джаггер подрался с одним братцем, там. Что там? Там Primal Split нажал, блядь, я понял. Primal Split, там Дезвард еще. А, о. Понятно. Блядь. Съебало мало. Что съебало, мало жив. И потянись жирная. А, охуеть. Они все ТП сделали. Блять, пассивка отключилась. Угу. У меня 3 секунды. Не топ. 3 секунды. А, все, найс. Она отключает мне ауру уже, блять. Да не, go next. Ебал, бля, я не хочу жить, блядь. Ну почему такой хуесос обрыганный, блядь? Первый разминочный. Да ебал, ну нет, я, это не разминочный, это просто мозг выключаю, блядь, и не играю. Меня это бесит. Не бывает такая хуйня случается, я не понимаю, почему я не могу ее объяснить, блядь. Какого хуя она случается? Она случается, блядь. Знаешь, купить. Они уже поплыли. Может, а там собрать, кстати, который этот нырли? Какой-то там. Алебарду надо собрать. Алебарду можно собрать. Рапиру брать или нет?
Чего? А что, взять бабочку какую? ТБ, блин. А че еще взять? Мне больше ничего брать. Вот, блин. Хотя у нас вроде как стоят стороны там. Убьем куча. Копьем. А, не, слышал. А, угу. Вы даже типа нечего фармить. Вы все, все, все везде фармили. Молчили. Лишь доктор. А. Пистак, у него еще блядь. Такая тема есть. А! Мань туда ушел, мань туда ушел. Сука! Ты там. Как он заебал меня, блядь. Вот идем. На базу. Я могу там уходить. А, блядь. Убили? Да, прям он сплит не успел. Был на базе дефицит. Хуй его там умер сейчас все. Еще без бэйбэка, да? Сам что-то бежал куда-то. Там кто-то там вначале. В смысле, это нет, это не странно, это правильное единственное решение. Потому что драться, когда челика убили, вот так вот. Первый же это. Первую же секунду файта убили челика, тот челик ушел, они изврали Рошана и идут к нам. Ну в чем прикол? Еще есть что-то? Бэйбэки там, хуйбэки? Еще ульта спадет. Джаггер. 76. У меня 3 секунды. Блять. Вот это, блять, вот это. И все, я 15 минут не могу драться. Джаггер не может подойти ульту на джаггер. А мы не хотим попробовать? У меня 15 секунд я не могу. Можете что-то делать, пробовать. Джаггер красавчик. Да ты заебал, блядь. Где он, блядь? Блядь. Ну все, я его не поймаю. Поймаю. Прикольно. Блядь. У меня, кстати, кончились действия. У меня были. Я сейчас сдохнуть хочу. Ой, блядь, ёбаные каски. Че, Рошан есть? Рошан же нет. Только что я Игас убил. Там мало сейчас может пиздец на ворона быть. Че купить 5 с последним слотом? Скадику? Конец Рошана на доме. А, знаю, что купить точно. Ну тогда достов не будет, все. Г. Проиграли. Кто там? Джик. Что уйдет сюда? А ну иллюзия пошла. Там Раш... А, идем? Нет, там еще доктор. Рофлит. Ну, надо подходить, да. Надо подойти.
Они дерутся? Да. Но пошли иллюзию, иду. Ну иллюзию, иллюзию. Я вижу доктора, убиваю. Или не убиваю? А, у него... Help? Меня жрут. У него линка оказалась, уж доктор. Меня убили. Без рапиры. Я рапиру, бля, отдал. Не, ГГ. Ну, линка, блядь, выиграл. Да я ебался, я не хочу играть в доту, идите нахуй. Извините. Да ёбище не может иллюзию послать, блядь, на Vision. Ну что, ебанат вообще без мозга, блядь. Там пропировал фантом. Да, ну, блядь, сейчас держи. Она тут. А, не, у него фантом. Тебя кто забрал? Никто не забрал, что ли? Курьера нельзя послать, само собой. Чтобы чекнуть. У меня нет бэйбэка. А где рапира делать, блядь? Кто её подобрал? Бля, чуть-чуть до байбека не хватает, ну пиздец. Туизи, я твою мать ебал потом, я, блядь. Машина переехала, я ее глотку порвал, блядь. Она сдохла, нахуй, в муках у меня на руках прямо, блядь. Пока она сдохла, я ее ебал дальше. Еще раз. Я тоже думаю, надо сейчас это. Надо комбайнчину еще устроить. Я не вижу, эти уебки сейчас снова попадутся. Ты пусть попадутся, только за. Не лови уебище. Бля, я сейчас всю карту убью. Лео, давай, ебаш. Да я думаю, что кого взять. А мы потеем? Не, хочешь, можешь мне поспортить, я всех пиздану. А, бля, там сразу шейки. Да похуй, если честно, на шейки. Ща, я как последний ублюдище, бля, еще запутил. Ну, через того, что там Клинкс есть, на самом деле. Мирана еще. Бля, Спектра. Ой, бля, кстати, Спектра, вот это, я помню. Ладно, Спектру будет фантомку убивать. О, и ЦМ-ка. Бля, охуенно. У меня была линка до этого или нету этого сына шлюхи? Нет, не было. Я просто выбегаю, блядь, кидаю в него этот, у него линка, блядь. И он на Юле убегает. И все, и там, блядь, вообще нихуя не видно, не слышно, блядь. Они нас, кстати, видят и слышат какого-то хуя. Как всегда, блядь, фантомка в тебя с любого этого прыгает. А ты при этом, блядь, ничего не видишь. Ты чё орёшь, блядь? Ёбнутый. Нахуя орёшь? Алло. Алло. Чё ты орёшь? Не ору. Ты орёшь, блядь. Чело в шляпе! Бля, как у меня голова болит ещё, пиздец.
Я разъебу. Не можешь не разъебывать, я потом приду на 5 минут и разъебу там. Ебать, они там, слышь, а, блядь, мы их рун не заберем. Там 5 человек. Заберите вот да, это. Заберем, прям, иду. Иди. Че, ёбнутые? Впятером, блядь. Бля, Иван и Зев сейчас будет стоять и сломать ворот. Да. Ну и похуй, пусть сломает. А чё шейкер делает? Бля, мало, я думал, ты крипов стопишь. Да, да, конечно. Садись. Какой ещё понт качать второй спелл? Надеюсь, я на первом левеле. Что для мида, что для ФБ. Для всего хуёво. Бля, всё, я крипов не могу добивать. Я привык, что 1000 урона с руки. А тут не 1000 урона с руки. Да. А я тебе не дам, блядь, кладёшку. Ой. Ох, ебать. Ладно, я пошёл ебать, не рану. Давай. Замутил или писюн засосал? Блять, это хуёво. Блять, опять играю хуёво с клавалицом. Это ты залупку целовал? Дел за ним. У меня маны нету, блядь. Кости проживут дольше меня. Ты чё, я умру, Яры будет жить, что ли? Мне кажется, что это точно исключено. Ты меня убить типа хочешь? Меня убить типа хочешь? Зачилился, блядь, бля, пизда. Ася! И бежать. И ебать, и сосать. Бля, ебать неудобно, стрелы ловим, конечно. Обходи с той стороны, иди. Так я агрирую. Зев съебался. Стрела? Зевса нет, слышно. Мог бот съебаться, а мог на базу пути где-нибудь. А, да, бот. Где с миди? Угу. Он без ультай, если что. Да, я помню. Я там пизнул. О, но он с позором. Он, по-моему, тоже ебнул, да? Да.
странно. Я думал, только в меня. Кстати, с ультой, с спектром. Там спектра с ультой. Сейчас с миди все еще. Блять. Опа, блядь. Кстати, он зря это сделал. А бой чё подстанет его? Вот этот челик. А, понял. Чё, погнали? Ну, если ты дашь. Тавр сломай? Да. Бля, там на топе пиздец. Верят. Вообще да, не могу дать. Блять, я могу. Мало, попить. Пошли. Ломайте тавр, я улетел. Все. Есть. Бля, что люто не было? Бля, было бы ульта, я бы убил Зевса. Ладно, пока дойдем чуть. Я вот так в Уже. Уже в КД? Смоки идем ебашить. У меня есть там, я под ульту ебашить. Идем. Вот здесь я могу сразу тоже. Бля. А, Валя уже убьет его. Там. А, другие все идем. Кого идем? Смей. Тут не надо. Мисс. Батимирана мисс прокнул. Го башня. Сейчас без ульты. Это самое главное. Он же без ульты, да? Стрела, блять. Мы сломаем? Блять, не сломаю. А есть ульта, Лео? 15 секунд. У меня тоже ульта 15 секунд. Еще можем. Го. Оставайся мини тогда. Го смоки, Лео. Обойдем их. Уебать там вардов нахуй. Поэтому в центре. Угу. Идем. Иди, буду ходить. В кого? Да в любого. Не спрашивай сразу же. Ух, так проебать можно еще. Согласен, проебали руд еще. Что он жирный? Цемка. Ульты нет. Они так-то все живы. Можем чуть-чуть назад стрейфануться. В чем прикол? Не понял. О, возьму лук. А уже лук не нужен, да, никому? Лево, есть ультам? Да. У меня есть тоже ультам. У меня есть ультра, да, чего?
Чего же говорить? Слышал. О, вон они все в центре. Че, идем? Да, я могу прям сразу прыгнуть в правую. Да, в любом. Ебать там. А, там без этого. Без эхослама. Там невидимость. Эхослама нет, эхослама нет. Найс. Эхослама джама. Ну пожалуйста! Пиздец. Бля, сколько нам за меня бабок получил? Та цемка ёбнутая, блядь. Три раза только что у меня колба ебана нужна. Бля, ебать там повезло, конечно. Ничего. Все равно прибуду. Ой, ебать, ну-ка. Андрей, какой он так с мечами бежит, а тебе тут чуть-чуть бежит, опять чуть-чуть. 8 секунд до даггера. 5-4. Я могу влететь чисто в тиса. Блять, не только. Там цемка. Сука. Цемка. Показать. А блинка уже нет, все. Если ее вернул сейчас. Верни. Вот, блять. Я не. Что происходит, блять? В итоге я там одного нашел, другого, блядь, стрелу поймал. Спектру не убьем? Похуй. Иди ты. Цела? Идем. У меня 10 секунд ульты. Может, подождем? Я без ульты не могу. Я без ульты очень слабый. Я отошел, короче. В мид сожру и приду обратно. Бля, пизда. Не, все, отход. Ну чё? А, ебать. Забайте. Ой, ебать. Нихуя. Агрессивно как. Я размажу, говорит, твои станки. Маны нет вообще. Бля, я отхожу. У меня хп пиздец спала. Ой, пизда. Мне жопа. Бля, ебать, мне жопа. Очень больно. Как ты понял? Нет, теперь есть мана на всех кнопки. Блять, да отстаньте от меня, ну что, блять, от меня. Пиздец. Нормально. А. Ебать, это что такое было, блять? Ебать, это шейкер прыгнул с кристаллизом. Ладно, нихуя ненормально, если честно. Как они, блядь, это выигрывают, я не понимаю. Там без фантомки дрались. О, паладин.
на всю семью такой один. И фотонку себе забрала паладин, блядь. Хуёво. Ну и лучше по факту, мне кажется. Хотя типа у нее есть отхил. Хотя что не вампиризм считается, или вампиризм? А нет, вампиризм. Моментов, короче, это вампиризм. Бля, видели, как бы мне дать пока что эту штуку. Пока что у него ровно, блядь. Блядь. И чё? Бля, я такой же умный купил себе хекс вместо БКБ. О. А чё не в 10 ром? Ой, я ж выжил. Блять, я каким-то хуем выжил ещё. Нормально прилетаю в бот, а там 10 человек стоит. Бля, хорошо, я гоним пофармлю, пожалуй. Он тебе КБ даёт, да? А, нет, там это дуэль. Дуэль. С этим шейкером ебаном, блять. А ты дуэль в шейкера давай. Только не подавай тотемом. На границе не раз даст точку и всё. Пизда сейчас. Я умер. Бля, меня просто в секунду прыгают. У меня, блядь, ну... У меня 5 человек прыгают просто, блядь. Сразу они меня видят, они меня прыгают. 5-5, блядь, и все, нахуй. План хороший. А мы проебали, скорее всего, эту игру. Ой, блядь. Я уже никого не убиваю просто. Я только что всех героев убивался с одной тычки, блять, а сейчас никого не убиваю вообще. Блять, там бабочка, нахуй. Там КБ фармить, блять, а не твиба, нахуй то. Шейкер прыгнет, осторожно. Бля, Черику бы вот смотреть, когда шейкер прыгает, и возвращать их в полете. Давай, 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 давай. Аккуратно, у него хаслам есть. Он прыгает. Смотрите, чтобы без ХСМ на развороте. Дуэль, блядь. Блядь. Он здесь, блядь, стоит. Там стрела. Фантомки пизда. Надо... Я лечу к вам. Я лечу к вам. Я уже у вас. Разорвемся как-то? Не похуй. Да, я могу нажать сейчас. А, да, их хекс добил уже. Никого нет здесь, потому что, блядь. А дизраптор же безда, а гонима? Безда? Ты убьешь его, нет? Ты что, Рошана поедете? Не ёбнулись там? Заберешь, Вань? Если мы его убьем, в чем я сомневаюсь, хотя шейкер дальше идет. Она здесь! Я вижу, я без ульты. А, я тут, блядь, драться решил. Хорош. Чили, красавчик. Ты кто, блин, нажал? Можем окупить? Можем попробовать. А на тебя нашли? Да. Забей хуй, забей хуй, я... Забей, не надо, я... Бля, еще не пробивай никого, нахуй. Хотя... Ты пиздец, больно. Бля, у меня же досты есть, ебанать еще, нажми досты. Ладно, этот умрет? Нормально. Бля, дизраптор в итоге зарешал, конечно. Думаете, у них тут есть вижен? Мне кажется, у них тут 100 виженов. Чел, ну спасибо, но ты такой, блядь, советник охуенный.
Это бесит, блядь. Сначала научись в обратку не прыгать, не убиваться, блядь. Я не пробивал шейкера, пиздец. Я вообще пиздец по роду просел. Да мы все просели, получилось. Который раз пизанули. Так охуенно сноуболил, блядь. Потом так охуенно посцели письку. Да. Шар, аккуратно в топе. Шар, ты шар, не убьешь никогда. Шар, пиздец, а чё, по ногу, там пиздец сильный шарт. Купи шар, гоним шарт. Я куплю гоним шарт. Все, блять. Там две книжки, если кому-то нужны. Что у нас по уровню? Я возьму. Зачем, мало у тебя по уровню? Острый? Да, мне надо, блядь, две книжки. А это черика какой? А, ебать. Так мне точно надо, блядь, пиздец, проседай по уровню. Там паладин меч освободился. Вроде. Отлично. Это типа и то, и то. А что там, блядь, можно хоть что-то, блядь, дать? Нет? Скан нажал такой умный. Челики стоят тут, хуяк, ушли в туман войны. Сразу скан, блять, куда они делись? Так, ЦМК раздевалила мид. Я наконец-то с БКБ бегаю, блять. Теперь где можно. МКБ? Вот он, МКБ. Не бояться. Шейкер с Дейдалусом и БКБ покупаете. И у него МКБ еще. Ну и слайм идет дохуя. Еще мы не хотим как-то их призывнуть, поймать. У них вот тут сентря. Понятно, что все вместе лучше делать. О, все, блядь. Все, шейкер минус. Охуеть, а почему так больно? Попасть, ты можем? Да стык какие-нибудь, чем-нибудь. Закончились. Блять. А вот он. Она убежит. Себе тихо. Можем здесь саппи знать. Будете в са лучше. Можем. 5 секунд. Да. А поймаешь его чем-нибудь? Найс. У него Линкин сфера. Я видел. Оказалось, блять. Любучая. Выпуш, да. Пушай. А, ну. А или сочек? Мы не добежим до спектра внизу. А как? И нахуя. 20 секунд можем сломать Т3. Ладно, Т3 не сломаем, сейчас глиф. Они глиф сейчас. Нажмут. Ну и нормально. Шейкерс еще со всеми кнопками, у него хэслом есть, он не давал. Ходи, лево, ходи, лево, не ходи. Да. Еще 3 секунды. Несы. Шейкер летит. Малого пизда? Бля, какой мисс? Я умер. Да, знаете, почему я умер, кстати? Потому что прокнул мисса, я захотел пойти добить долбоёб тавер. Поэтому я на 70 секунд в таверну отлетаю. Ну, потому что я уёбище гнилое, блядь, конченое, обрыганное, блядь. Я себя ненавижу, я хочу сдохнуть, блядь, я так хочу умереть. Бля, дота я классная, такая позитивная. Ну чё, я выбакаться сейчас буду. Глифа нет на этот три. Бля, почему я такой выблюдок, блядь? Как меня это бесит. Блядь, чё, две стрелы поймали. Байся, блядь. Такую две стрелы поймали. У меня я без ульты, если что. Я нахуй выбакнулся, я долбоёб. Да, бля, я выблядок. Я не хочу жить. Я хочу... Ой, ебать, пизда. Не, мы проиграли игру, все. Мы можем не играть дальше. В доту больше никогда в жизни.
А мы проебали, все, зачем играть? Стрелу поймал еще 5 секунд, блядь. Пока.